правую. Мяч убирает и подает штрафную очень высоко. Мяч перелетает всех. Хвачен. Ну, а навес вышел неудачно. Главный тренер мадридского Реала. А вот Карим Бензема. Удар, поворот. Пользуется длинными передачами. Пока. И вот Пирот смещается в середину. А пас идет направо. Удар поворотом и Дальше этот проникающий пас. И у Лопеса есть прекрасное качество, он великолепно играет ногами. Прострел тем временем, Перотти скидывает удары. Все, Почеттино был командой, которая очень много пропускала, командой, которая почти не умела. Вахаль, вот он уже поиграл в Бундеслиге, с него хватит. На высоком уровне. Но в прошлом сезоне он допустил несколько очень серьезных ошибок. И вообще в Италии еще... Индер, именно от Начо только что Индер убегал по правому флангу. А теперь Эден Азар, который пока не... Да, это он, бразильский защитник Ромы здесь. Это уже позиционная атака, и Рома обороняется практически всей командой. И в штрафную пошла передача, но там один только Джеко. А вот подбор опять за Ромой, какой удар! Перед которым он сказал, что теперь понятно, кто голкипер номер один, и там он... Пас в центр, Кристанте. Включение Карвахаля, тот поперек. В свободную зону, кстати говоря, опорники не среагировали, дальний удар. Неожиданно, но тем не менее... Из глубины у Модрича получился. Марсело в штрафной площади убирает и бьет поворотом один капитанов Ромы. Но вот капитан Реала Марсело сделал. Тремя центральными защитниками, тремя цепляет себе ярче в атаке. Ну а Марсело как убрал под правую и как... Перед глазами какой надо. И пас между двумя защитниками великолепный. Вот действительно был. И, кстати говоря, это очень хитрый ход, потому что... Снова поперек. Но неплохо в опорную зону. Даже жестче. Но здесь досталось Казимиру. Еще одной позиции не хватает. И сам Донни ван де Бейк сказал, что не попадет в Лигу чемпионов. Вот тогда он, скорее всего, перейдет в Реал. Атака Ромы. Удар поворотом. И снова на фланге уходит в центр. И Индер своевременную передачу. А вот у Ромы с этим проблемы уже года три. Они... Эриксон. Вариант для усиления средней линии у мадридского Реала. Он, согласись, тоже не опорный полузащитник. Тоже не хотел купить Погба, что, можно сказать, не только же нуждался сам в этом футболисте, тем более как... Погба. Заньола уже в штрафной площади, но здесь Эдер Милитао. Выбить мяч в аут, видимо, нет, передача, наверное, предполагалась снова на Флоренце. Подача, выпрыгивают и Флоренце, и Пирот, и мяч снова на другого. Болельщики Ромы закатывали глаза, там даже гифка есть специальная в Твиттере под такие трансферы. Риверплейт это в Аргентине, туда именно отправился легендарный для Ромы футболист. Удар поворотом, играющий мадридского Реала, до этого на себя внимание. Роме может оказаться довольно великие шансы на этот переход. Могут качать права, как, например, это случилось с Давидом Луисом. Теперь ты можешь не тренироваться, вести... Наши агенты тоже старались, а что касается перехода в Арсенал, то некоторые недоброжелатели скажут, что опять Индер пытается воспользоваться свободой на правом фланге, бьет поворотом, зарабатывает... Подача. Джеку не выпрыгивает, потому что есть другой футболист, который прыгает. Бросился в угол, хотя, полагаю, он видел, что мяч летит мимо. Да. Разыграли футболисты Рома этот стандарт. Пошла подача. Удачно Варан играет. На ногу сопернику правда. Короче говоря, он собрал всевозможные трофеи. И в том числе... И врывается в штрафную. Передача отличная. Надо забивать 1-1. Прекрасно. Подстроившись под мяч, аккуратно катнул. И посмотрите, как дозрячее. Великолепно. А дальше Пиротти уже просто... Отличный пас. Футболист. Рома здорово отбирает мяч на чужой половине поля. Джеку удар поворота. Зафиксировал фол арбитр. Да, и направо. Это Ундер готовит удар. И он действительно бьет с Марсело. И мяч, да, рикошетом. И продолжает эту атаку в результате. Крест такой гандбольный получился у футболистов Ромы. И теперь штраф. Мы еще и второго тайма. Замен. Посмотрим, кто там готов себя проявить. Прострел на Бензема. Теми Луки Модричу, который, кстати, берет на себя в том числе и обязанности Азара. Подача, удар и гол. Вот. А это 14-й Реала. 2-1. Зрители. Удар головой. И посмотри, как идеально расположился. Пришлось бежать. И Карвахаль сделает. Правда, да. По ходу дела Джека уже полноценный центральный нападающий. Заньола меняет фланги. Регулярно Джека. Удар. Гол. Ух ты! Да, Рома тут же отвечает. Форвард и может на фланге уходить. И быть там, конечно, очень хорош. Вот здесь офсайда точно не было. И своим игроком снова делает на несколько шагов. Остается с мячом Реал.
И это Вальверде. Дальше пас. Ведь немного. В контрольных матчах, как правило, до компенсированного времени много не бывает. Удар поворотом. Но мимо второй головой. После стандарта. Не подает. Он здесь рядышком для розыгрыша. На всякий случай Модрич. Подача. Высокий снова капитан Реала Марсело. Подача. Удар Казимира головой и мимо. Поворот. Скидка, правда, не совсем точна. Начо. Мяч. Это удар поворотом. Мяч подает защитника. Еще удар Модрича. Но здесь полуопись. Азара. Вот пас на Марсело был не таким удобным. Но Марсело продолжает тут развлекаться в чужой штрафной. Да. Это вне игры. Чуть позже, чем надо, была сделана передача. Направо. Еще один пас. Удар поворотом. Рикошет. Вот это момент. Вот здесь странное движение было. Не посмотрел даже кто. Ну, ты знаешь, Роме сейчас тяжело. Нужно резко перестраиваться, потому что в первом тайме у Реала фактически было двое таких. Вот с этим могут быть связаны сложности. Реал атакует дальше. Бензема в дальнюю девятку. Как изящно. Реал. Удара здесь нет, но есть подбор, кстати, за Бензема тоже. Но бьет поворотом Марсело и третий. Начать составы. Пошла подача в штрафную. Опять высокая траектория. Казимиро. Вот здесь ему не дали пробить. Хороший пас в направлении Ундера. Сделал его, да, и сделал его Флоренце. Прострел. Еще Флоренце так здорово мяч обрал. А Гаррет Бейл разминается. Пошла подача. Удар поворотом. Марсело в центре. Третий Эдер Милитау. И пятый Рафаэль Варан в центре. Нападающий Пироти и Джека забивали голы в первом тайме у Ромы. Рома атакует правым флангом. Ундер только что был слева, теперь справа. Абри, главный арбитр этого матча. Да. Ной. Венисиус Джуниор. Передача на Эден Азар. Положение вне испанским за последние годы. Там, по-моему, всего 9 испанцев в заявке. И это действительно... Но пока не наш. И говорил Фонсека о том, что очень нужен еще Роме центральный полузащитник. И вот хороший пас. Венисиус можно простреливать, что он и делает. Обманул Ромы, потому что ни Фасио, ни Жоан Жезус никогда не были быстрыми игроками. Мужчины, можно сказать. Глядишь, так и Каримом Бензима станет, в конце концов. Еще одна хорошая атака Реала. И, кстати, Бензема ее завершил. Кажется, окончательно и бесповоротно играть за Пари Сен-Жермен. Ну, кстати, о чем ты говорил в первом тайме. Таких футболистов действительно может быть. Развернулся. И вот такой пас из глубины сделал. Очень, разумеется, Флоренции. Заброс в штрафную. Далековато для Джеку. Там и Миранте, несколько перестроившись. Да хотя на самом деле обе замены, по-моему, в этой игре пасуют налево. Каларов убирает мяч под себя. Может ударить, может прострелить. В итоге прострелы угловой. Нет. И все закончилось опасным ударом Йовича. Ну, точнее говоря, ударом из инициативы на себя. И себе же на ход прокинул мяч. Не опасно. Для поддержки, так вернее, своего друга. Удар поворотом в верном направлении Кристанте. Диавара, игрок сборной Гвинеи, Диавара. И опять Рома разгоняет свою атаку. Правда, штрафной маловато футболистов. Удар поворотом, поэтому... Первый он в клубе Реал Сосьедад под руководством тренера, который был одним из самых любимых. 8-16. Просто, чтобы насладиться игрой 22-го номера Реала. Играл за другую команду. У Ромы пока стандарты не очень. Таких передач должен быть. Тут пошло очень высоко. Стив Макларен очень хотел поработать с Марио Манджукичем. Он целый год рассказывал, как это какой-то крутой нападает. Сало может пробить. В итоге он внешне делает передачу вдоль штрафной площади. Мягкий наброс. Там 4. Старт чемпионата на неделю позже. И все начнется с домашнего матча против Венисиус. Просто, да, направо, потому что там явный разрыв и такой рывок к Адре. Гнато Примавера. То есть чемпионат молодежных команд. Да. Второй ушел от Джезуса. Дальше уже Спинацола. Хорошая передача в центр. Индер в нижний угол. Ларов, и он бьет идеально. 1-0 в серии пенальтов. Одному из лучших вратарей мира. Против Пау Лопеса. Разбегается чемпион мира 2014 года. И... Джингис Индер мяча. На него купился. Молодой совсем игрок. А... Большой разбег берет Иско. Как Индер. Здесь никто, я думаю, не переживает особо. Все-таки это не финал. Разбег. А там Чим.
довольно подробное научное исследование, оно не очень характеризует вот эту ситуацию. Гаррет Бейл разбегается, но вратарю очень важно показать. Хотя были ситуации, когда вратарь ровно. Это матч Ростовре Динамо Киев. А это удар и гол. Вот опять же, да, реализует 11-метровый 4-3 мяча. Большой опять же разбег. И здесь Пау Лопес. Мне кажется, что в такой ситуации можно подготовить сразу. Никто не мог промахнуться. Такие хладнокровные дети. Спина Цола. А вот здесь почти, почти у мяча. Видите, рядом. Марсело или Пау Лопес. Удар и не пенальти, и мяч попадает даже не в линию.